那次上桂林去旅游，桂林的导游跟我们说，他们那桂林的结婚的都选单日子，都选单日子啊。哎，一个地方有一个地方不能够。Николай Валуев очень часто пишет в Твиттере, но пишет очень лаконично, коротко, как подобает настоящему спортсмену, то есть человеку серьезному. И вот три варианта, один из них настоящий. Первый вариант. Пояснил про жаб. Второй вариант. Обосновал про голубей. И третий вариант. Ответил про трутней. А у Валуева что, какая-то стрелка была, как в 90-х? Чем ты попросил-то, блядь? Да сам ты гандон, блядь, понял? Иди нахуй, блядь. Еблан, блядь. Ебанат, блядь. Почему водители доверяют АЗС на нефть с космоса? Представьтесь, пожалуйста, Сергей, таксист. Вы давно пользуетесь услугами АЗС на нефть уже 3 года. Автомобиль в прекрасном состоянии. Ты что там, блядь, сигналишь-то, нахуй?
Да пошел нахуй, пидор, блядь! Осел, блядь. Mein Herz auf, zeig dir, dass es immer noch schwer.